Ukraine International Cup – 15-й ювілейний міжнародний турнір зі спортивної гімнастики. Єдиний турнір міжнародного рівня в Україні. Вже 7 років поспіль компанія «Воля» є офіційним партнером. Вона, як соціально відповідальна компанія, підтримує розвиток спорту України. Стела Захарова – не тільки головний організатор Ukraine International Cup, але й абонент компанії «Воля». Такое огромное внимание со стороны прессы давно у меня не было. У меня такое впечатление складывается, что мы уже перепрыгнули нашу политику. Спасибо еще раз, уважаемые журналисты. Я хочу единственное попросить вас, чтобы вы все приехали 1 числа в Киевский дворец спорта, поддержали нашу национальную сборную, поддержали гимнасты. Гимнасты приедут неплохие. И представители со Словении, люди, которые выигрывают Кубки мира, чемпионы Европы, молодых очень много гимнастов, которые имена их не будут слышно на протяжении 4-летия к подготовке к Олимпийским играм, потому что начался Олимпийский цикл. И эта подготовка за 4 года, эти имена будут новые, сформироваться на олимпийскую команду. Компания «Воля» вообще на протяжении 10 лет всегда помогает нашему турниру, мероприятию. Вы знаете, я вам хочу сказать, что в мире, когда проходит такого уровня мероприятия, спонсоры, ну, можно сказать, довольно-таки очень серьезные деньги дают. Есть, да, конечно. Я вам серьезно говорю, конечно, есть. Это уже плюс. З 2008 року «Воля» є офіційним спонсором параолімпійської та дефлімпійської збірної та виступає спонсором Ukraine International Cup. «Воля» надає своїм абонентам широкий вибір спортивного контенту для того, щоб українські вболівальники могли себе відчути частиною спортивного співтовариства. На самом деле ми розвиваємо свій спортивний контент все время. Сейчас у нас остаются каналы, естественно, мы подписали полностью на этот год контракты и сотрудничаем с каналами Евроспорт, со всем пакетом, с каналами Футбол. Для тех, кто увлекается единоборствами, у нас есть специальный канал Fight & Box.